Он боится. То есть это самый лютый ужас политика о том, что его забудут. Вот пройдет еще месяц-два, его просто забудут. Поэтому ему придется устроить это шоу на украинской границе. Хотя практически смысл этого мероприятия я не очень понимаю. Да? То есть украинская власть аннулировала ему паспорт. Соответственно, украинский паспорт у него должны отобрать на пункте пропуска.